Всем привет, меня зовут Вероника, и мне 10 лет. Я фанат Гарри Поттера, и я очень сильно люблю рисовать, люблю читать книжки, смотреть телевизор и телефон, гулять там где-нибудь в городе, ну потому что всегда гулять в одном месте, это не очень интересно. Моя мечта на ближайшее время – это поехать с родителями в Буковель. Мой друг ездил со своими родителями и говорили, что там очень классно, очень красиво, очень весело. И я тоже хочу поехать с родителями туда. Чудеса – это такое абстрактное понятие, но иногда они в жизни случаются. И как-то раз мы с мамой играли в лотерею, и я очень хотела одну плюшевую игрушку. И вот я про себя повторяла все время номер нашего талончика, и он выпал нам. Это для меня было настоящее чудо. Я, наверное, больше всего боюсь темноты, потому что в темноте все мерещится. У меня есть любимый мультик, это мультик «Удивительный мир Гамбола». Это очень классный мультик, потому что там рассказывается про синего кота и про его семью. Рассказывается о жизни подростка, есть много всяких приколов. Я не знаю, на какого животного похоже. На ламу, наверное, на горного оленя. На горную лань я похожа, потому что меня так всегда называют родители. Я могу бежать, прыгать, потому что у меня длинные ноги, я вот это бегу, прыгаю. И родители меня называют горной ланью.